Ты доверял своим грошам. Тема проповеди. Не оставляйте упования вашего, неплескайте своего посетикеемо, которому предстоит великое воздаяние. Куро лауке диджулис атлигис. Еще раз. Дар карта. Не оставляйте неплескайте вашего упования, юсу вильтиес, которому предстоит курос лауке великое диджулис воздаяние. Атлигис. Причем в самых отчаянных обстоятельствах. Ir netgi pačiuose bjauriausiuose, bebediškiausiuose ситуациюсе tas atlygis. Кому-то из вас пророчествую. Кашкам из вас, что я проношаю. Что во время бедственное ты будешь процветать так, как ты не процветал во время комфорта. Kad tu vargu metu tu taip klėtėsi, kad netgi kai buvo palaima, tu taip neklėstėjai. В отчаянных обстоятельствах. Когда по-человечески это будет выглядеть. Невозможно. Бог прострет свою руку и скажет, это я, чтобы ты уверовал. По-человечески это невозможно. Ты думал, воздаяние и награда должна прийти вчера, позавчера. Бог знает, когда лучше этой награде прийти. Вы помните Мардохей? Присимена Мордехею предотвратил госпереворот. Сулейки перверты, мы, допросим, обсаугу, как не вику. Этих придурков там, террористов разоблачил. Террористус планус отвере. А никто о некас ему не воздал. И не благословил. И поэтому Мардохей мог думать. Ir dėl to Mardochėjus galėjo savo kому svarstyti, нужны мои добрые дела? Kam reikalingi tie mano geri darbai? Не оставляй своего упования. Bet savo vilties nepaleisk. Которому предстоит великое воздаяние. Kurio laukia didžiulis atlygis. В свое время. Savo laiku. Я знаю, что много я на молитвы свои, на дела свои не получил ответа. Не, саво молдус, я знаю, что у Бога в календаре ilgai nebuvo, bet žinau, kad Dievo kalendorija все отмечено. Viskas yra pažymėta. У Бога в календаре все отмечено. Даже то, что ты забыл, netgi tai, kad tu esi помиршен, а Бог все помнит. Viską и я пророчествую, что вот этот сезон ir aš pranašauju, буквально kad šis до Нового года iki naujų metų, Бог восполнит всякий Dievas недостаток и придет великое воздаяние на основе Его справедливости. Аминь! И на государственном уровне, и на персональном уровне. И представь себе, когда сгустились тучи на государственном уровне, пришел этот олигарх, два чемодана кеша, лагаминой. Правильно перевели? Кяша. Сопротов. Грину. Ага. Нет. Ну, короче, наличными два чемодана. Евро. Лагаминой и гриную евро. И сказал царю, королю, этот злобный Аман, этих евреев, то есть жидус, этих жигус надо сжечь. Судегинти рейке. Чтобы от них вообще не осталось. Кад ю не ликту, не вену. Давай закон примем. Примки местатема. Вы понимаете, что за всеми дурацкими законами, като, уж бед какую не самую драконовскими законами, тут драконишку истатему, стоят большие чемоданы денег. Диджули лагамины гриную стоят. Царь откуда знает? Иш кур королю жино? Взял и подписал. Пайме ир пасираше. А Бог отнял у него сон. О, Dievas nebeleidžia jam miegoti. Если бы тебе твои деньги бы, Господь, ты бы разбазарил, как дурак последний. Jeigu tau Dievas būtų tavo pinigus vakar davęs, tu juos kaip kvailys būtum išleidęs. А он тебе их даст тогда, o jis tau duos tada, когда ты уже поумнел. Когда jau tavo smegenys išmintigės. Ir kai jau nebe švaistysi. Не будешь. Ir jau nebus išvaistymo. Вы со мной? Ar jūs suprantat? И представляешь, Мардохей ждал. Таки Мардохей слаукя. Смотрел в зеркало на свою. Жюри вейдруги. Мардохея. И саво вейдали. И выражало то лицо, чем садятся вейдру на крыльцо. Поэтому он был очень недоволен. И риси было бы не потенкентас. Ну как это? Он меня не вознаградил. Не как это он меня не вознаградил? В свое время придет награда. Аминь.
праведности, и пусть страх Господень никогда не улетучится. Боже мой, благодарю Тебя, что когда мы повинуемся Тебе, фараон будет благодетельствовать. Благодарю Тебя за то, что Ты наш Бог. Ты всемогущий Бог. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Твое великое святое имя. Возьми сейчас свою жертву. Возьми сейчас свое приношение. И мы сейчас сделаем это торжественное приношение Богу, чтобы не стать жертвой обстоятельств, чтобы не стать жертвой, чтобы не стать жертвой всякого обмана, почаще Богу принеси жертву. Подождите. Сначала мы помолимся. Ведра стоять на месте. Сокровищницы стоять на месте. Возьмите свою жертву, пожалуйста, сейчас. Возьмите свою жертву. И поднимите, пожалуйста. Пустые руки не поднимайте, чтобы Бог не простер над тобою пустую руку. Подними, пожалуйста, свою жертву. И вместе со мной скажи: Отец Небесный, я благодарю Тебя за этот день. Я благодарю Тебя за этот вечер. Я благодарю Тебя за это слово, реформирующее мое сознание. Освободи меня от религиозности, от всякого страха и от всякой паники. Дай мне силы и мужество поступать по совести, по справедливости, защищая жизнь и защищая Твои стандарты. Я приношу эту жертву для того, чтобы не стать самому жертвой этих провокаций. Я люблю Тебя, я благословляю Твое святое великое имя, и пусть оно будет возвеличено и прославлено. Помоги мне не оставить своего упования, и пусть придет великое воздаяние, за что я Тебя благодарю, за что я Тебе поклоняюсь и превозношу Твое святое великое имя. Амин. А вот теперь пустите, пожалуйста, сокровищницу, по залу. Наш Бог велик. Мусу Девас и Родидес. Клума малесей реманала. Кула мамей раме самбалилия. Каминале але рамлоси маниле. Киманале рамора. Koramane, komanalo samenalo, armani le grossai, ela mangerama. Gaminale, armani lo samenamo, aminalo rama, amare so. Embla samera blo sanges, ambela logra sambale la bro, amenale, quebra sole, graminale mransi mambe, quebranse la vangelale. Пожалуйста, сокровищницу сюда принесите, и мы благословим. Амбеглас. Begla manilegra sembro shetele Ambela lesan kominini min moninia Ambela lembra samane lembronchila Furam lesse Kamina brossa minale Alleluia Alleluia Glomanelele Bembla sacro beci, rablo brigla, rulli greta laia. Ambera blos, samre blecerere e blonda. Alleluia, alleluia, alleluia. Ai, garriti sudano.
Давай. Это тебе ведро, это мне. Аллилуйя. Аллилуйя. Все пожертвовали? Эремосему номо джея рама си алэр диоло джоу. Эреманда локи манале диоло ремаси алори алла. Эресио ломба диа ресео ванда лесея джея. Kungs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai tava svētība ir par šī altāra, par katru upuri, kas tiek pienests tavā namā, katrs cilvēks, kurš ir atvēris savu sirdi tavā priekšā, izlej no sava gara bez mēra, Jēzus Kristus vārdā. Es tev pateicos, kungs, ka tu vairo šo sēklu 30, 60, un simts kārtīgi. Visu godu un slavu mēs atdodam tikai Tev. Pielūzam Tevi, slavējam un godājam. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen, amen, amen. Nu, Mariju, sūdīti sūdā tīpēr. Mēs sveikiname bažnyčią naują kartą su 3 metų gimtadieniu. Kaip pastorius Abelis sakė, tai yra pradžia, kur daug išmoksti. Aš kažkaip, kai mašiau irgi ką pasakyti, man iškilo žodis, kad pabaiga yra geriau negu pradžia. Ir kaip mes šiandien girdėjome, ir pastorius Aleksejus kalbėjo apie didelius dievo tarnus, kurie... Я не говорю по-русски, извините. А, окей. А. Окей. Я хорошо, могу, я могу по-русски. Я сказал, что конец это лучше, чем начало. Это и потому очень важно остаться верным, как пастор Алексей и немножко упомянул о очень великих служителей, которые они, я их уважаю. И уважал, и, может, не все знаю про них, но действительно грустно, когда большие мужи, может, они и пали, может, они ошиблись, может, они где-то сошли со своего пути временно, потом вернутся. Но все-таки грустно, когда это происходит. И есть полно больших людей с большими именами, но они не закончили свой путь. Правильно, имею в виду. Из этого конец лучше, чем начало. Амин. И может поменьше чуть-чуть иметь, но иметь то, что есть истина. Правильно? Чем что-то фальшивое. Много фальшивого. И я хочу пожелать церкви быть настоящей. Избегать всякой фальшивости. Всякого такого, знаете, может, чтобы показаться. Потому что перед ним ничего не закрыто, правильно? Перед ним все открыто. И награда мы получим не от людей, правильно? Мы получим от Господа нашего. Так что я верю, что мы очень близки к финишу. Аминь. И Господь, Он придет. Не знаю, когда, но все знамения говорят, что очень быстро. И это время испытаний. И я тоже очень хочу присоединиться к пастору Алексею к этим словам, что это время, когда исполняются слова Малахии. Когда... Да, покажу разницу между тем, который служит мне и который может служить там системе, может служить людям, может людям, ну, в общем, чему-то служит, но не мне. И нам сегодня надо быть, показать всю верность. И до, как Писание говорит, до смерти быть верным Ему. Действительно,
нас реально никто еще не преследует. Но сколько мы там чего все видим, ну, как ужасно все. Но реально еще в тюрьме. Ну вот мы знаем, в Канаде там посадили, там не знаю, чем кончилось. Вот. В Америке Родни пастора посадили немножко, посидел, вот, но вышел. Вот, но пока мы еще ничего не видели. Еще ничего не видели. И реально нас ждет. Я думаю, что самые большие чудеса, самые большие знамения, они впереди. И именно они начнутся тогда, когда они будут очень нужны. Аминь. Так что поздравляю. Мы вас любим. Мы верим, что вы верны Господу, что вы проповедуете Евангелие, и это делаете, делайте это дальше, Мариус. И ты пример действительно Литве проповедовать и не стыдиться Господа. Продолжай так дальше. Аминь. Аминь.